Приветствую вас, мои дорогие зрители. Меня зовут Лилия Донскова. И вы знаете, что когда у нас... Ой, сейчас, подожди, сначала. Приветствую вас, мои дорогие зрители. С вами Лилия Донскова. Я к переходу сделала. Чуть я не поняла. Что, сразу говорить для активных консультантов? Выключи. Приветствую вас, мои дорогие зрители. С вами Лилия Донскова. И я вам хочу рассказать, что в компании... Что-то нужно сказать. Включай быстрее. Ну, Миш, не... Приветствую вас. Меня зовут Лилия Донскова. Ой, нет. Сейчас. Лилия Донскова. Сейчас. Приветствую вас, мои дорогие зрители. Меня зовут Лилия Донскова. И я вам сейчас расскажу... Пожалуйста, прям при мне все сотри. Прям я посмотрю, как ты стираешь. И мне покой. Приветствую вас, мои дорогие зрители. Меня зовут Лилия Донскова. В компании Oriflame для активных консультантов, которые делают от 100 баллов заказы, помимо основного каталога, который доступен всем, действует еще дополнительный каталог. Он называется Выгода Плюс. И прямо сейчас мы с вами его вместе полистаем, и я вам расскажу, что мне особенно нравится, и некоторые продукты, которые есть у меня дома, я вам покажу. Приятного просмотра! Каталог Выгода Плюс начнет свое действие с 14 по 27 марта. И в этом каталоге за каждые 10 баллов вашего заказа вам вложат в подарок, вернее, вам положат бонус за 3 рубля от Oriflame. Это будет абсолютно случайный бонус. Ориентировочно пробник аромата или пробник помады, то есть что-то небольшое, тот продукт, который можно будет положить в подарок клиентам или использовать самостоятельно, чтобы познакомиться получше с продуктом. На первой страничке нас ждет коллекция «Ваниль и корица». Коллекция состоит из пены для ванны и мыла. Мыло красивого дизайна, приятный очень аромат. У меня была эта коллекция. И, кстати, частенько бывает в распродаже, я заказываю, но у меня всегда забирают красивый набор и очень приятный по аромату. На следующей странице нас ждут продукты из серии OnColor. Помада, три варианта на ваш выбор, достаточно такие яркие, полупрозрачные оттенки с глянцем. Карандаш для глаз, два варианта, розовый, черный и сливовый, тоже черный. Мне нравится, когда карандаш двухсторонний, и можно в уголках, внутренних уголках глаз прокрашивать более светлым оттенком или в нижних ресничках, а уже сверху стрелку делать более темную. Далее, компактные румяна всего за 159 рублей. Кстати, цены очень радуют. У меня есть румяна из предыдущей коллекции Colorbox. Я хочу, чтобы вы понимали их размер. В этих румянах нет зеркала, нет кисти. То есть единственное, что есть, это отличного качества румяна, которые приятно набираются на кисточку, отдается цвет на кожу. То есть тут очень важно не переборщить, потому что у меня, например, оттенок очень сочный. А у нас будет с вами оттенок розовый, будет гораздо нежнее. И этот цвет любят как молодые девушки, так и взрослые женщины, потому что розовый, он придает лицу сияние и более моложавый вид. Далее, двухсторонний карандаш. У нас будет три варианта на ваш тоже вкус. Вы выбираете или более светлые в синих оттенках, или под серые, под карие глаза. То есть вы выберете тот оттенок, который вам понравится. Я этот карандаш себе не заказывала, поэтому не могу дать рекомендации по поводу качества. Так, следующая страница. Набор для маникюра. Удобная ванночка, в которую прямо так ладошка укладывается, и пальчики хорошо будут как раз размачиваться в водичке с маслицем. Палочки деревянные, тоже очень нужный аксессуар для того, чтобы сделать в домашних условиях маникюр. Следующий продукт — это корректор для лака. Этот корректор у меня есть, но я считаю, что этот продукт в моей коллекции продукции абсолютно бесполезный. Я им пользовалась 2, 3, 4, может быть, раза, но должного эффекта я не получила. Поэтому если я смазываю ноготь, мне проще... Вернее, смазываю лак на ногти, мне проще его совсем снять и заново накрасить.
поэтому не рекомендую и долго не буду заострять здесь внимание. Далее лайки, несколько оттенков, такие достаточно сейчас лайки идут, яркие, модные, золотые, фиолетовые оттенки. Тоже смотрите, какие лайки вам больше нравятся, такие и выбирайте. Я, например, очень люблю лайки красные, мне нравятся лаки золотистые, поэтому если выбирать из этих, я бы 100% взяла золотой лак. И вот верхний правый угол тоже мне очень нравится, всего 99 рублей. А здесь нас ждет специальное смягчающее средство с ароматом миндаля, всего 89 рублей. Это будет вот такой маленький бочонок, и в этом бочонке специальное смягчающее средство, его хватает очень надолго. Такой прозрачный продукт с приятным ароматом. У меня в руках сейчас медовая, я очень люблю разные ароматы. И как я использую это средство? Во-первых, на губы, хорошо смягчает кожу губ, на кутикулу, на пяточки, если есть какие-то болячки, то есть все, что сохнет, может быть, натертости какие-то, очень хорошо смягчает, снимает воспаление, такое раздражение, ну не сильное, конечно, а вот легкие все, например, носик зимой натирают детки, я все время спасалась, доченьки свои носик вечером помажешь, утром уже встает, все, кожа хорошая, а днем детки обычно натирают себе носик рукавичками. Так, следующее средство для лица с питательным комплексом, средство очищающее, его наносите на кожу и делаете массаж легкий и смываете водичкой. А вот следующий продукт я вам покажу. Вот в таком пакетике вы получите скраб для тела и аромат арбуз и лимон. Очень крутой скраб, и всего 49 рублей. Я, кстати, все время их беру на подарки, эти скрабы, потому что приятно, клиент сразу видит в пакетике что-то яркое, необычное, обращает внимание сразу, а что это, а что с этим делать, я рассказываю. Кстати, здесь продукта много, на два применения точно хватает, потому что я сама им пользовалась, и хочу сказать, что у него расход небольшой. Приятный продукт, поэтому рекомендую попробовать, обязательно побалуйте себя, получите удовольствие и вдохните аромат сочного лета. А вот здесь клюквенный чай, коллекция состоит из крема для рук 30 мл и мыла 75 мг. Все приходит в красиво оформленных коробочках, это такой приятный комплимент, можно кому-то сделать тоже. Я такие часто заказывала наборы. Мыло, кстати, очень большое в коробке, вот прям формат мыла очень большой. И крем, кто у меня покупал, клиенты, все в восторге, кому дарила, тоже просто, во-первых, и от дизайна люди в восторге, и от качества, и пахнет очень вкусно, аромат необыкновенный. Так, здесь нас ждет с вами охлаждающий крем для ног, очень актуально, кстати, на лето, сейчас начнется жара, и захочется, чтобы ножки были легкими, легкими, свежими, охлажденными, поэтому крем, я думаю, тоже будет популярным. А также готовимся к лету, чтобы избежать натертостей, заказывайте себе подушечки, во-первых, для задников, у меня есть, у меня практически все они есть. Далее гелевые подушечки под пятки, чтобы комфортнее было ступне. Далее вот для задников подушечки мы положили, а также есть подушечки, которые мы укладываем для того, чтобы, как говорится, нога не съезжала вперед. Бывает вот высокий очень каблук, или на нос у туфельки вырезан, и чтобы пальчики сильно не вылазили, очень удобно. Нога фиксируется на силиконовой подушечке и не скользит. Вот это очень классная тоже. Классный лайфхак. Далее подарочный набор носочков. В наборе две пары от 36 до 39 размера. Ну, я вам так скажу, если у вас 36 размер, мне кажется, они будут вам большеваты. И за 499 рублей две пары дорого. Но обычно в Oriflame очень высокое качество. Вот всей галантереи, то, что я приобретала, мне очень нравится. Следующая страничка. Гель для душа Discovery всего за 105 рублей. Отличная скидка.
Гель вот такого формата, 250 миллилитров. Гель густой, очень ароматный, гель приятный. У меня вот тоже из зимней коллекции один остался, поэтому я вам показываю. Он, конечно, не такой, как вам придет, но зато у вас теперь будет представление, что это за гель. Так что заказывайте, купайтесь, получайте удовольствие от принятия душа. Для мужчин любой спрей за 299 рублей. Аромат спрея вы смотрите описание сверху. Восточный вам нужен будет, фужерный или ароматический, фужерный или тонизирующий. Выберите тот, который вам больше нравится. Описание аромата есть, тоже чувственный для вечера, освежающий для бодрого утра и для активного дня тонизирующий. Тоже, кстати, популярный аромат. У меня мои клиенты, мужчины, все заказывали, очень довольны остались. Глейшер. Глейшер 5 всего за 499 рублей. Ребят, классная скидка. Холодные, свежие нотки, черный лимон, мята сливаются с теплой древесной базой. То есть это мужественная, такая энергичная будет водичка, поэтому... Тоже, кто любит такие ароматы, заказывайте смело. Так, бумажник для карт я не помню, наверное, видела, но я не очень люблю такие аксессуары у мужчин, недорогие. Мне нравится, когда у мужчин красивые, классные аксессуары, поэтому я особо на эти внимания даже не обращаю. А здесь просто классный аромат Мисс Джордани Intense, цветочно-фруктовый, древесный, в прекрасном дизайне. У нас в состав входит нероли, мускус и это гордения, лиловая гордения. Такой красивый аромат, он красивый не только снаружи, он очень красиво звучит, начиная с первой ноты. Я люблю этот аромат, он нежный, он не яркий, не броский, он не вызовет ни раздражения ни у кого, то есть только приятные ассоциации, только приятное впечатление. У меня сколько людей его тестировали, всем очень нравится, поэтому я его тоже вам рекомендую. А вот следующий аромат, здесь у нас будет 8 миллилитров мини-спрей Posa Secrets. Аромат достаточно такой коварный, я его называю аромат силы, цветочно-фруктовый, древесный. Яркие акценты черная смородина и аккорд золотое яблоко и сандал. То есть мы уже сразу понимаем, что аромат будет таким сильным, несмотря на то, что вроде бы как бы смягчающие фруктовые нотки есть, но он звучит очень круто. То есть я с ним себя чувствую такой прям крутой бизнес-леди. Невозможно мне отказать, я уверена в себе с этим ароматом. У меня большой флакон, я его очень люблю, и сейчас я его как раз достала и пользуюсь с удовольствием. Зимой им пользовалась периодически, и сейчас весной тоже с огромным удовольствием. Платки, платки, палантины — это очень модные аксессуары, и если здорово подобрать по цвету себе и красиво повязать. Сейчас в Ютубе так много видео, как можно повязать аксессуар так, чтобы это выглядело ну вот просто бомбически. И вот благодаря таким платкам мы можем свой образ менять, то есть обычный джемпер может превратиться в очень даже нарядный такой классный гардероб. Так, далее серьги. Точно, у меня нет их показать, но достаточно прикольно. Я люблю, когда серьги немного длинненькие, какие-нибудь такие необычные. Мне очень нравятся вот серьги с ракушечками. Летом это будет круто. Представьте, вы в сарафанчике, такая загорелая, нежная, мягенькая кожа. И вот висит эта ракушечка, напоминает о море. И вот просто такое сразу романтическое состояние красивое становится внутри и у вас, и у того, кто на вас смотрит. А жемчуг — это всегда красиво, тем более жемчуг в виде капельки — это необычно и тоже будет привлекать внимание. Золото и жемчуг — это всегда всегда красиво. А кстати, вот набор, вот эти вот шарики, я видела серьги в деле, это невероятно красиво, все переливается. И они такие крупные, и серьги длинные. Вот если серьги бы были, я бы точно заказала, не устояла бы перед этим соблазном. Но в этом каталоге у нас представлено браслет и колье, а также часики. Часики всего за 999 рублей.
это хорошая цена. Часы очень стильно выглядят, такие изысканные, и подойдут и под деловой стиль, и, ну, не знаю, на каждый день можно такие часики носить с огромным удовольствием. Сумочки, кстати, я вот эту сумку очень люблю, я ее не заказывала, но когда я ее вижу в каталоге, я все время смотрю на нее и думаю, какой красивый кораллово-розовый цвет, как красиво выглядит эта перфорация. То есть сумка вот идеальный вариант для лета, то есть она такая и объемная, и в то же время за счет перфорации она выглядит очень легко, воздушно, по-летнему, и такая она вместительная, ну прелесть просто. И также сумка с бахромой, она уже более такая грубоватая немножко и под определенный стиль. То есть если летнюю сумку такую мы сможем носить практически с любым гардеробом, и с шортами, с джинсами, и с сарафанами, с платьями, с блузками, то эта сумочка клатч уже обязывает как-то определенно выглядеть. И у меня есть впечатление, что она будет круто смотреться как-то вот вечером, какой-нибудь такой стиль, я не знаю, черное платье или кожаные черные штанишки. Ну, придумывайте, вашей фантазии не должно быть предела. Желтая сумка тоже весенний, летний вариант. Кстати, у нас будет возможность получить зонт желтый за 199 рублей уже в 5-м каталоге. Поэтому присмотрите, желтая сумка, желтый зонт, светлые очки, как это будет красиво. Кстати, на очки отличная скидка. Если вы заметили, сейчас модно очки, такие, которые не вписываются, как вот мы иногда говорим, ой, как тебе идут эти очки, то есть они не должны идти, они должны быть как бы отдельно, да, брать на себя такую работу, как акцентные, крупные. Я себе тоже заказала очень крупные очки, кстати, мне понравилось. И завершает последняя страница каталога очень крутое предложение за 999 рублей. Это целый набор полотенец. Я свой еще не распечатала, получала его по акции в каталоге. Я вам сейчас просто хочу показать, какое это крутое качество. Внутри цвет белый. Снаружи нас окружают разноцветные пестрые стрекозы, и снаружи полотенце такое как велюровое, бархатное, а внутри это махра, то есть вытираться будет комфортнее как раз внутренней стороной, и на тело заворачивать, и на волосы, кстати, если вы для волос. А снаружи это красота, это красота, и невероятно просто приятно смотреть. Я пока не открыла, но никому не собираюсь дарить, потому что такую красоту только себе. И маленькое полотенце, я вам его покажу, оно специально для лица, тоже внутри махра идет, а снаружи такое бархатное, велюровое. То есть смотрите, какие цвета, как это все нежно, качественно, самое главное — качественно. Вот, все вам рассказала, я вам желаю приятных покупок, благодарю вас за внимание. Если есть какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь, прямо в комментариях под видео. Буду с удовольствием с вами общаться. И если видео полезное, ставьте лайк. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова и обзор каталога Выгода Плюс. Будьте, кстати, всегда в Выгоде Плюс. До новых встреч!